Что, помидоры режете? А куда вы их режете? Резать не только поперек, но уши. И чтобы не текло мимо, весь сок оставался. Петросиня приехала сегодня. И Напа. И Местор. А Вани нету. Утро. Шестой час. Все готовится. И с той стороны носишь? Да. Ну, давай. Володя карасей ловит. Да ловко у него получается. Такой ловигой очень удобно. Чтобы сильно не разваливались, может другую чашку ложить так, тогда удобнее брать будет. Они друг к другу прилипают. Угу. У нас чашка. Ну, сколько? Сколько штук сварил? 6 штук, наверное? Да. Вчерашний урожай наш. Но улов. Вот понятно, что было, где ладонь рядом поставлю. Двадцать четыре сантиметра вот он и намерил с хвостом вместе. Это вот здесь варится и для кошек, и для собачки, для людей. Сегодня у нас 7 сентября 2019 года. Ну, Сергей Павлович начистил картошку. Пополам ее режь, и она сварится. Рыжая хозяйка тут. Место с дровами, за печкой. Компот. Компот. Я это не пойму, где это икра хоть маленько дать пожевать. Которая мягкая такая еще. Что-то я голод не ножу. Ножи, которые ты ловил. Ножи, ну а вон они. Которые не ловят, они вон они ловят. Чисто. У тебя своя картошка, своя рыба. Сейчас пошли вот помидоры, там кротик или кто сильно портит, много поедено. Так, во сколько за стол-то? Как обычно. А? Как обычно, в 7 часов. Это вот где жир. Посмотреть, что тут получилось. Икра. А это рыба из магазина. Вода в флягах стоит, своего колодца.
Независимо от того, что вот будет водоканал, там отправлять ее хлоркой не будет. Из реки берутся. Вот в Германии говорят там на Майне, Франкфурт. Трижды вода идет людям, потом спускает ее в воду, потом опять, и так три раза. Очищают, да. Ну, все сравнивают. Очистка химическая или природная вода со всеми необходимыми солями. Мужики еще барзищают на кухне, а женский пол там. Вы поедете до завтрака или после завтрака? За горохом-то, который вчера набрали. Как по Володе скажешь? Ты можешь кого-нибудь оставить здесь на кухне-то, быстро сеешь, чтобы на это не отвлекаться потом. Сейчас.